Две легковушки не поделили дорогу и едва не угробили ребенка. Эта авария произошла на улице Грибоедова. 70-летний водитель за рулем «Лады Весты» не уступил дорогу водителю на «Пятерке». От удара отечественная легковушка вылетела с дороги. В результате аварии пострадал один из водителей и его 5-летний пассажир. Ребенок был в салоне без детского кресла. А эти кадры аварии тоже с улицы Грибоедова. Здесь столкнулись «Рено Логан» и «Ленд Крузер». От удара элитный внедорожник выехал на тротуар. Как сообщили сотрудники ГИБДД, никто не пострадал. А эти кадры с автодороги под Магнитогорском. У легковушки во время движения отлетело колесо, но шофер не стал останавливаться, а проехал без него полкилометра. И кадры с Каслинской улицы. БМВ, не дожидаясь зеленого, поворачивает налево на красный сигнал светофора. Увидев такое, инспекторы ГАИ могли бы лишить шофера водительских прав.